Президент национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары» Габдулатив Мурзакулов задержан в Астане. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации финансовых полицейских, Мурзакулов обещал помочь руководителям ТО «СК «Кулагер»» победить в конкурсе на возведение сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Он обвиняется в том, что пролоббировал интересы строительной компании «Кулагер» при проведении конкурсов на строительство сборочного испытательного комплекса космических аппаратов на сумму более 15 миллиардов тенге, за что получил от председателя правления этого предприятия Егенбаева через доверенное лицо Асылбекова взятку в сумме 272 тысячи долларов США и 75 миллионов 300 тысяч тенге. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Габдулатив Мурзакулов с санкцией суда арестован и пока находится в следственном изоляторе. Кроме того, по словам финансовых полицейских, к ответственности будет привлечен и директор строительной компании за дачу взятки.